дорогам. То есть по зебре установлены порядки. Летний период – отдых для детей и двойная забота для родителей. Пока взрослые на работе, ребенок чаще всего предоставлен сам себе. Дом, улица, друзья, магазины – привычная среда таит много опасностей для подрастающего поколения. Здоровье детей – это самое ответственное, наверное, работа, которую должны сделать родители летом, обеспечив здоровье и безопасность детей. Купание в водоемах, нахождение в лесу, разжигание костров возможно только в присутствии родителей, говорят специалисты. Обращение с бытовыми приборами, телефонами, нахождение ребенка дома одного должны строго контролироваться. Особая сфера безопасности – дорожное движение. На велосипеде дети становятся такими же участниками дорожного движения. И когда они с тротуарной дороги переезжают на асфальт, то, естественно, нужно слезть с велосипеда, потому что преимущество уже становится абсолютно равнозначное, что у ребенка, что у автомобиля. Здесь уже вступают правила дорожного движения. И поэтому детям нужно обязательно об этом разъяснять постоянно, регулярно. Этим летом в городе многолюдно. В связи с пандемией закрыты многие детские лагеря. А потому количество ДТП с участием детей не становится меньше, говорят дорожные полицейские. ГИБДД призывает родителей быть более внимательными. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».